Махачкале открытие около 50 реабилитационных центров, где наркоманов лечат. А вы знаете, вот состоятельные люди своих детей в республиканские центры не дают. Это вы имеете в виду? Они за пределами республики дают, чтобы их не знали. А знающих уже 50 реабилитационных центров. Представляете, как растет? В Пятигорске всех муфтиев собрали один раз, два часа говорили о распространении наркотиков в целом Северном Кавказе. А сейчас, говорит, они очень опасные. Когда анализ крови берут, обнаружить невозможно. Это синтетические наркотики. На воспитание обратите внимание. Часто обращаются ко мне, знаете, когда обращаются? Они обращаются, когда имамы, там отдел маслахата, кто угодно действовать не может. Это последняя инстанция. Через несколько там преград ко мне доходит, и женщины говорят, что их мужа их бьют. Правду говорят, до такой степени я стесняюсь, когда мужчина женщину бьет. Говорят, хорошая собака, ну, собаку женского рода не бьет, говорит. Даже собака. Даже у собаки есть такой характер, что она свою вторую половину не бьет. Я говорю, мужчины куда смотрят? Его же родила мать. Она же женщина. Такая же женщина же это. Мать твоих детей. Наркоманы – это, конечно, обществу очень вредное качество. А кто женщин бьет, я думаю, чуть хуже. Это недопустимо. Пожалуйста, я вас прошу, не бейте.